Всем привет! У меня сегодня в распоряжении междугородный транспорт и транспорт дальнего следования. Давайте начнем с междугородного. Это такой автобус, который напоминает жука из-за вот этих вот стекол, которые похожи на усики. Но на самом деле это автобус. Вас, наверное, немножко расстроило видео, которое я снял до этого. Ну, чтобы не тратить прям весь пластилин, я засовываю внутри подделок своих смятую бумагу. Я внутрь засовываю смятую бумагу, то есть отрываю кусочек, сминаю, приобретаю нужную форму и засовываю, и вокруг него начинаю лепить. А дальше у нас транспорт дальнего следования, двухэтажный вагон РЖД. Тут даже видно бумагу. Он сох у меня всю ночь. Я его еще вчера смастерил, и он напоминает по виду тостер. Но на самом деле ничего смешного нету. Это не единственный тип двухэтажных вагонов. Кстати, почему я его раскрасил желтый? Потому что у меня закончился белый пластилин, а серого у меня вообще не было. Как и черного. Но сейчас я вам покажу некоторые виды вагона такого. Как, например, тот, который сейчас будет на Казанском вокзале. Или Аэроэкспресс. Это на самом деле штатлер, который есть в Грузии и в Азербайджане. В общем, в странах СНГ. Двухэтажный. Перевозит людей в аэропорты Москвы, Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также его запустили на МЦД, Московских центральных диаметрах, и на МЦК, Московском центральном кольце. А еще на Крымском полуострове такие двухэтажные вагоны запустили, у которых отсутствует вот эта надпись РЖД. Вместо них вот эта вот линия спускается и дальше идет так до конца вагона. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь этим видео. И обязательно поставлю город из пластилина. Ну, конечно, там будут мои и настоящие игрушки. Ну, транспорт, в общем, настоящий. И настоящие здания, которые... А город я начну прямо сейчас строить. Всем пока!